Давайте посмотрим, что у нас на Красной площади происходит в Москве. Январь, вторая половина, 2024 год. Ярмарка. А вот там какое-то мероприятие. Пойдемте посмотрим. Так. Внебрачный сын, если правильно сказать. Вот это блестящая игра. Вот можно какой-то... возвращаться назад, мы все поняли, да. Какое-то итак, мероприятие проходит. Четвертый какое-то. Круг. Да, вопрос. Шайбу кинуть и доехать, это некорректно, да? Судьи будут строго наказывать. Или можно шайбу кидать в отбойник и ехать за ней? Нет, нельзя. Нельзя, судьи стоят и будут наказывать. Далее, внимание, четвертый круг. Это 5 человек. Нужно преодолеть путь от линии старта до елки и обратно до старта. Каждому человеку нужно подъехать к елке, снять с нее одну игрушку, положить в корзинку. А вот какое-то мероприятие от Первого канала. И линии старта. Итак, вон, пожалуйста, пакет. Он же корзинка. Нужно доехать до елки, снять игрушку, положить игрушку в пакет и вернуться с игрушкой. Игрушка в пакете. Гум. 130 пакет, лет. Он передает пакет, да? Нет? Просто оставляет пакет. Оставляет пакет. Все, ребята, понятно, да? Вы доехали, доехали. Сняли игрушку с ложки, положили в пакет, поехали обратно, поехали следующий и так далее. Почему елка одна? Потому что команда была всегда... Не буду в очереди стоять, да? На мероприятии. Просто похожу, посмотрю. Внимание, друзья, самое важное, пятый круг, это 8 человек, то есть вся команда. Нужно преодолеть путь от линии старта до елки и обратно. Да, точно, Первый канал что-то снимает. Шоу какое-то. Ой, иностранцы, все, тоже сфотографируют, снимают. Давайте зайдем. А, вон, кстати, вход. Москва отдыхает. Праздники закончились новогодние, Москва продолжает отдыхать. Ну что, вечный праздник. В Москве вечный праздник. Мавзолей.